Смотрите, я человек, но я в тележке для продуктов, как будто я продукт. Что за ироничный, легкомысленный человек-продукт я? Человек-продукт. Майни вновь с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на Мартелиаду, его видосик, который называется «Почему люди залезают в тележки?» Да, это бумага. И, кстати, забавно, что как раз когда я шел с магазина, там чуваки на тележке ехали. Совпадение, рили совпадение, дикое. Люди залезают в тележки. Потому что весело. Как-то из дома выхожу и смотрю, люди катаются в продуктовых тележках. В интернет захожу, на фотках опять люди в продуктовых тележках. И все такие радостные, с радостным видом, типа, смотрите, я человек, но я в тележке для продуктов, как будто я продукт. Что за ироничный, легкомысленный человек-продукт я? Ах, как человек-продукт. Весело жить. Я такой, да что с ними не так? И стал искать причины. Первые зацепки привели меня в запрошенный монастырь в Трансильвании. И там монахи такие. Мы изучали этот вопрос веками, и пока положняк такой. Тележки типа прикольные, у них колесики, и вот в этом дело. Я такой, но, конечно, не удовлетворился таким объяснением. Продолжил расследование. Настоящее объяснение. Следующие зацепки привели меня в таинственную кофейню в Милане. Там сидели такие итальянские конспирологические мудрецы, и они такие. Мы изучали этот вопрос веками, ну и смотри, как бы, этот движ с тележками в основном мутят девушки, да, женщины. А как бы, что мы знаем о женщинах? Женщины все время худеют, как бы любой, кто близко общался с женщинами, знает, что это одно из двух их главных занятий. Как бы они худеют и хуе. О, скузи за этот сексизм. А как бы, когда человек худеет, он как бы сушится, то есть удаляет лишнюю воду из организма. И вот что такое тележка? Она по своей форме как бы топологически близка к дуршлагу. И вот, знаешь, бывает сварил такой пельмень или вареники сложно. Или равиоли. И вот что воду надо слить, и для этого надо все вылить в дуршлаг. Вот они также не знают, что это не дуршлаг, а тележка, и лезут и радуются, что худеют. Вот так. Я такой, но, конечно, не удовлетворился этим объяснением и продолжил поиски. Следующие зацепки привели меня в подпольный похоже на сексизм. В Токио. Не успел зайти внутрь, я такой получаю удар по голове. Прихожу в себя в канализации, привязанный к стулу. Передо мной какой-то бомж стоит, и он такой, жесть, ты дотошный, почти докопался до моих тайн. Я ему, ты кто такой? Он такой, я, короче, бомж из канализации, я придумал всю эту движню с тележками. Я такой, ты в курсе, что из-за тебя огромная масса людей выглядят как дауничи. Он такой, да, в этом и смысл. Все эти люди думают, что залезая в тележку для продуктов, они вводят свою жизнь на новый, более крутой уровень. И всем окружающим показывают, что они такие крутые бунтари, нарушающие правила, а также прикольные, ироничные ребята, ведь тележка несерьезная. Но на самом деле они просто выглядят как дауничи и выполняют план бомжа из канализации. Я такой, жесть, зачем дауничи? Все это? Он такой, ну мне нужно было отработать технологию, что вот через поп-культуру людей можно заставить делать вообще все, что угодно, даже такую тупую бесполезную вещь, как залезать в тележки для продуктов. А теперь технологию отработал, и при помощи новых других картинок в интернете я запущу фазу Б плана и заставлю людей поднять восстание и погрузить всю планету в хаос, потому что не люблю людей, не уважаю. Ты еще по истории с тележками мог заметить эту мою черту, поэтому уничтожу мир. И тут я такой, не в мою смену, и такой разорвал цепи и вломил ему. Сразу полегчало. Да, нормально, нормально. На самом деле, культ этих тележек, типа рок-н-ролл, телеги. На самом деле, я ничего против не имею. Бывают даже довольно забавные фотографии или довольно забавные образы с этими тележками в клипах, допустим, когда они в тему. Бывает, конечно, их суют куда не надо, и они такие, зачем? Почему оно тут? Оно тут не нужно. Но в основном это забавно. Но не в реальной жизни. Меня бесит, когда в реальной жизни ты заходишь в магазин, какие-то долбоёбы, блядь, садятся в тележку. Это не смешно, ребята. Вы мешаете, блядь, нормальным покупателям покупать всякие вещи. Покупателям покупать. Масло масляное, блядь. Просто невероятное. Речь поставленная у меня. Просто ставьте лайк за невероятно поставленную речь Майни. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на Мартелиаду. Также можете подписаться на меня, на мой канал. И на мой канал второй. Это Курсор. Я там про технику рассказываю. И вообще, будьте молодцами. Всем удачки. Всем пока.